кровати лежат много всяких сладостей. Эта коробка весит аж 5 килограмм. И первым мы начнем с обычного Орео Double Stuff с двойной начинкой. Сейчас мы попробуем. Начинаем пробовать. Она очень вкусная. Угу. И крем тут заметно больше. То есть его очень много. Прям вообще. И мы будем оценивать в пятибалльной системе. Мне очень понравилось это Орео. Очень вкусное. Там очень много начинки. Всем советую. Я ставлю 5 баллов. Я согласна со Стеллой, мне он тоже очень сильно понравился, я ставлю ему тоже 5 баллов. Теперь мы будем пробовать Орео с шоколадной начинкой. Тут уже немножко другая упаковочка. И там побольше Орео. В одной упаковке там 4 Орео, а там всего лишь 2. Раз, два, три. И, ну, это Орео тоже, конечно, очень вкусное. Но Орео с обычной начинкой, как мне показалось, гораздо вкуснее. Это Орео с шоколадной начинкой. Там ее практически не чувствуется, там ее очень мало. Но оно тоже вкусное. Я ставлю оценочку 3. Потому что это не самое вкусное печенье. Я поставлю этому печенью оценку 4. А сейчас мы попробуем Орео в белом шоколаде. Я ни разу такого не пробовала. Я тоже. Да, и Лена тоже не пробовали, так что нам будет очень интересно пробовать. Кстати, на вид это печенье очень красивое. Скорее посмотрите, как оно выглядит. Но... и сзади вот так вот. Значит, видно Орео. Раз, два, три. Конечно, это печенье тоже вкусное, но мне оно не очень понравилось, потому что я не очень люблю белый шоколад. Этому печенью я ставлю 3, и там чувствуется только этот белый шоколад. Мне он, я наоборот не согласна с своим мнением Стеллы. Мне он очень сильно понравился, и я ставлю ему 5. И сейчас мы попробуем с черным шоколадом, я думаю, это мне больше понравится. Очень вкусное, оно с молочным шоколадом. Мне оно очень понравилось, поскольку я люблю молочный шоколад. Ставлю 5 баллов. Мне оно не очень понравилось, и я ставлю ему 3 балла. А сейчас мы будем пробовать шоколадную пасту Баунти. На вид не очень выглядит красиво, но это шоколадная или кокосовая паста, очень приторная, очень сладкая, и поэтому мы все поставим 4, ну и мы уже проговорили все, вот, она очень сладкая, но так она вкусная. И сейчас мы будем пробовать шоколадную пасту Twix.
шоколадная паста вообще не похожа на Твикс. И не могу про нее ничего сказать, но я ставлю ей 4. Она сладкая, вкусная, но все равно как-то. Я думаю, что она немного смахивает на кофе, тоже очень приторная. И я ей ставлю 3 с плюсом. И сейчас мы попробуем жидкое маршмеллоу Флафф. Это обычное маршмеллоу, которое действительно жарят на мангале. Я уже пробовала не один раз. Ну, я ставлю 3, потому что для меня это уже знакомый вкус, и мне не очень как-то сладко, очень приторно. Я тоже ела, зефир на мангале и вместе со Стеллой. Мне он очень это напомнил, прям сильно, и я ставлю ему 4. Давайте. Сейчас мы будем пробовать клубничный флаф. Вот это мне уже нравится. Но я его тоже пробовала. А я нет. И мне оно очень кажется вкусным. Помочь? А ну не вдох, давай. А ты его... Он тоже похож на сливки. Такие розовенькие. Блин. На маршмеллоу, реально. Просто маршмеллоу с земляникой, все. Это клубника. Ну, клубника. Мне очень понравилось этот флафф, но я его пробовала уже тоже неоднократно. Обожаю. Очень вкусно. Ставлю 5 баллов. Я ставлю ему 4 балла, потому что мне он не очень сильно понравился. Ну, вот. Сейчас мы будем пробовать Jelly Belly Fruit Mix. Я их тоже уже пробовала. Я еще нет. Но очень интересно. Бери. Какая первая попадется? Так, это что? Так, Лена взяла. Это гранат. Ты спросил. А я возьму. Видимо, она взяла не гранат. Ну или... Гранат. Я взяла вот такую вот желтенькую. Это лимон. Это лимон. Я очень люблю лимон и вообще все, что связано с лимоном, так что. Нету ничего. Джелли были просто очень вкусные. Я очень их люблю. Я их пробовала уже. Я ставлю 5 баллов. Мне не сильно понравились, и поэтому я им ставлю 4 балла. Сейчас мы будем пробовать Джелли Белли Tropical Mix. И никто его не пробовал, ни я, ни Лена. Наверное, я взяла кокос. А я взяла ананас. Ананас. Мне очень понравилась эта Jelly Belly, я ни разу не пробовала, как повторюсь. Всем советую, я уже тут всем просоветовала, я ставлю 5 баллов. Я вот мне эти вообще не понравились. Мне кажется, что они не очень вкусные, и я ставлю им 2 балла. И последнее у нас осталось Бенбузлд. Ну, мы его попробуем только тогда, когда вы напишите в комментариях, хотите ли вы это видео, чтобы мы с Леночкой попробовали Бенбузлд. И тогда я сразу сниму и выложу вторую часть. Да. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы с Леной очень старались. Мы перепробовали все сладости, но не помногу. Нам понравилось это видео самим, конечно же, в первую очередь. Мы очень рады, что мы сняли такое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!